К другим темам. Общественники предлагают поскорее определиться с местом нового памятника. Речь идет о мемориале, который увековечит память основателей Саратова – воеводы Григория Засекина и стрелецкого головы Федора Турова. Памятник уже давно изготовили на средства спонсоров. Каждый из двух бронзовых исполинов весит более 500 килограммов. Высота элементов скульптурной композиции превышает 2,5 метра. Правда, установить памятник ко дню города не успевают, поскольку до сих пор не определились с местом, где он будет лучше смотреться. Например, глава городской общественной палаты Борис Кузнецов считает, что идеальное место для увековечивания памяти основателей Саратова – набережная Волги. Это не то, что вопрос назрел. На мой взгляд, он уже перезрел. Почему? Потому что, вы посмотрите, у нас есть памятники эпохальным событиям. Это памятник Владимиру Ильичу Ленину. Это памятник Петру Аркадьевичу Столыпину. Да, это все эпоха. Безусловно, да, это наша история, в какой-то степени переплетающаяся с политикой, но мы с вами говорим сегодня о памятнике, которому бы стать символом, объединяющий наше гражданское общество, не обращая внимания на какие, так сказать, политические, может быть, так сказать, мнения, политические взгляды. Общественники призывают определиться с местом установки памятника побыстрее, чтобы к следующему дню города все уже было сделано. В середине сентября в Саратове пройдет заседание круглого стола, на котором чиновники и представители общественности планируют окончательно решить вопрос.